наконец-то закончились дожди, и можно залезть в огород и выдрать какой-то сорняк, который кажется вам красивым. Только посмотрите на этот букетик, он прямо как будто с открытки. И осталось эту открытку подписать. Привет вам из солнечных бульбак, из домика в деревне. Лозунг этого видео: если тебе лень что-то делать, посмотри, как работают другие. Так что я надеюсь, это видео вам сегодня понравится. Вы влепите пальчик вверх и подпишитесь на этот канал, если вы не подписаны. В общем, давайте не будем затягивать более. Посмотрим еще немного на Босю и букетик. И погнали! Хочу задать вам загадку, причем я сама еще не знаю ответ на нее, но со временем, скорее всего, узнаю. Смотрите, в одну из суббот рано утром мы увидели следующую картину за забором. Приехал к нам тракторел и привез с собой столб. У нас как бы в этом углу есть уже столб, зачем они его привезли, неизвестно. В том-то и заключается вопрос. То ли он под что? Под электричество, либо под интернет, а может быть под освещение. В общем, непонятно вообще. Но как разворачивался здесь этот трактор, как он устанавливал этот столб, сейчас покажу. Постараюсь сделать вам максимально ускоренный процесс. Но знаете что? Этот трактор приехал с ковшом, и еле-еле на этом пятачке у наших ворот он разворачивался и становился. И когда они поняли, что трактор по диагонали не помещается именно из-за ковша, они сами позвали соседа, попросили открыть его задние ворота. И таким образом вот этот вот трактор как-нибудь встал в этом положении. Честно говоря, я никогда не видела, как устанавливаются столбы на улице. Видела, как вбиваются сваи для домов, но столбы нет. И очень жалко, что я не могла обижать этот трактор, чтобы подснять для вас это поподробнее. Но, скорее всего, я бы получила по попе за это. То есть мне никто не сделал замечания за то, что я снимаю с лестницы своего дома, но вблизи, скорее всего, бы мне запретили это делать. В общем, этот трактор всю дорогу колбасило. Скорее всего, они там выкапывали ямку под столб. И что самое интересное, вот сейчас вы увидите, как устанавливают у нас столбы, как они их поднимают прямо с земли. И где-то через пару дней после этого мы слышали, как эти столбы падали два раза. То есть где-то на параллельной улице устанавливали столбы и постоянно их роняли. То ли они их устанавливали и они не удерживались в земле, это раз после дождей, то ли просто они слетали с этих специальных крюков и падали. То есть непонятно, но грохот стоял на все село. В общем, я еще специально, на всякий случай, это все дело снимала. Для чего? То есть я не могла понять, как они поднимут этот столб с нуля. Ну, я была уверена, конечно, что у них есть своя технология. Но если бы столб упал бы на соседский забор, это был бы, конечно, номер. Или к нам на ворота. В общем, вот так вот все это дело происходит. Пока помолчу и посмотрите сами. Thank you.
знаете, что меня расстроило в этой истории? Что когда я для вас снимала разные закаты, а у меня как раз отворот вот виден закат в эту сторону, теперь будет не один столб фигурировать у меня на фоне неба, а теперь два. Ну это просто некрасиво будет уже, уже и будет не то и не та фишка. Короче, они все испортили. И знаете, что еще? Мне кажется, они равняли его на глаз. Вот неудивительно, что эти столбы там у них упали. Скорее всего, они просто не выдерживали наклона. В общем, когда узнаю, зачем был нужен этот столб, расскажу обязательно. Помните, в одном из видео я показывала звонок, который можно установить на забор. И причем сам звонок не имеет ни батарейки, ничего. А вот база, она, получается, устанавливается в доме, включается в розетку и, как на инструкции было только что написано, что добивает 200 метров. И теперь нужно приспособить как-то кнопку на заборе, и нужно хоть какую-то защиту. То есть кнопка влагостойкая, но прямое попадание воды нежелательно. Поэтому сначала я хотела ведерко от горчицы, потом нашли заглушку от канализации, и там была липучка какая-то, мы решили, что эту кнопку будем прикручивать, потому что у наших соседей такую же кнопку сперли. Кстати, я один раз видела, как эта повозка с лошадью разворачивалась у нас тут на пятачке. Это был номер, конечно, жалко, что камеры не было. В общем, все это дело мы решили прикрутить именно к этой деревяшке, к забору. И пока Сережа бегает и подбирает нужные биты, хочу показать соседский двор нашей соседки. Я вам показывала ее в прошлом видео, когда она стригла газон триммером. И она с большой радостью приняла все старые коврики. Ни одного нормального технически там не было, не переживайте. Все были убиты молью, не знаю кем и чем. В общем, ни одного живого коврика не осталось. И я ей все отдала. Она многие коврики и одеяло, и покрывало отдала соседям, отдала друзьям, подружкам, не знаю кому. Главное, что я от этого всего избавилась. Я не хотела это все у себя сохранять. Если я правильно поняла, то кнопка работает по принципу пьезоэлемента. В общем, осталось установить базу в розетку где-нибудь посередине дома. И сейчас посмотрим, как это работает. Чего она не горит? Она должна гореть, по идее. Не хватает контактов, длины контакта. Это мелодия, это выбор мелодии. Еще, это еще. Там их 35 штук, это как на ноги сейчас сидим. Фу, говно. Работает. Мелодии, конечно, на нем адские, но зато будет слышно с любой комнаты, со стороны кухни и даже с улицы. После длительных дождей началась невыносимая жара и стало очень тяжело заниматься ремонтными работами. То есть строительная пыль никуда не вылетает, ветра нету, плюс налетают в дом мухи, какие-то мошки, какие-то крылатые муравьи. И чтобы в течение дня дом оставался прохладным, двери мы держим полностью закрытыми. В общем, я решила, раз такое дело, сейчас или никогда, нужно заняться наконец-то сорняком. Только посмотрите, какие размеры. Все практически выше меня. Ну, я, конечно, маленькая, но все-таки. Вооружившись вот такими вот специальными перчатками, то есть они с одной стороны тканевые, с другой стороны плотные, и специальными там сапками, тяпками и так далее, я решила обрить, так сказать, наш палисадник с самого начала, прямо с самого края. В общем, я думаю, что вы меня понимаете, кто имеет огород. Я, конечно, наивная. Вот эта маленькая тяпка сломалась буквально на второй минуте. В общем, я все выдирала руками. И в основном это был гигантский молочай. Как он вырос вообще до таких размеров, непонятно. Я в основном все старалась выдирать с корнями, чтобы он дальше уже не рос.
и собирала все в единую кучку в конце нашего палисадника. Конечно, никакого тренажера не надо. После того, как поработаешь 2 часа на огороде, что самое интересное, спина не болит после этого. И, скорее всего, это даже круче, чем любая зарядка. Выдирать вот сорняк. И мы с Сережей приняли решение, что хотим убрать вообще сетку, чтобы визуально расширить пространство перед домом. И тем более этот забор никогда не был украшением двора, просто здесь раньше держали коз. Причем этот заборчик мы хотели снять сразу, но какое-то время его оставляли. Типа там у нас гулял кот, и более-менее мы ему доверяли, когда он был на этой территории. Сейчас кот самостоятельный, ему этот загончик даже не нужен. И тем более, когда он зарос, туда было сложно ему заходить, он чувствовал себя там как в лесу. Когда я дорасчищу сорняк, и когда мы уберем сетку, выкорчиваем вот эти вот столбы, уберем двери и так далее, вы увидите, как хорошо все будет. То есть пространство расширится, станет больше места, и будет понятно, где заканчивается наша территория. Этот сарайчик был раньше для коз, мы его будем тоже сносить. На его месте будет беседка. И вот посмотрите, кстати, у нас тут какой шикарный виноград, но мы не знаем, что это. Скорее всего, бакон. В общем, смотрите, все, я закончила выдирать бурьян. И посмотрите, какую гору я насобирала. Мне кажется, что здесь собралось где-то 3 тонны сорняка. Но когда все это дело подсохнет, мы снесем все это дело в другую сторону. Несмотря на то, что я работала в перчатках, потрескались руки капитально, потом они еще облезут из-за того, что я тянула и вытягивала сорняк. А именно вот эти фотографии вы видели в сообществе. Я вам даже задавала вопрос, как вы думаете, из-за чего у меня такие руки? Кот, конечно, кайфовал после того, как я разгребла этот лес. Теперь здесь можно бегать, прыгать и охотиться за ежиками. Сейчас покажу, как это было. Где-то под вечер кот что-то услышал и вот постоянно стоял возле этого места. Постоянно к чему-то прислушивался. Мы сначала даже не поняли, что происходит, но со временем начали догадываться, что это ежики по характерному хрюканью, и они чешут к нам на огород, или с охоты, или на охоту. Эти ежики явно имели в этом сарайчике перевалочный пункт. Почему? Потому что мы там нашли норку, и как видите, им здесь должно быть явно хорошо, здесь просто лежбище для них. И, конечно же, здесь могут жить и мышки тоже. И, возможно, они именно здесь и охотятся за ними. Ну, или, может, за какими-то жучками, я не знаю. В общем, я даже в первых видео вам снимала ежиков именно возле этого сарайчика. Возле дома огромное количество цикад, и они так грохочут, это просто невозможно. Я такой грохот слышала от них только на море в 2013 году в Крыму, и то рядом с заповедной зоной. И иногда под вечер кажется, что мы на море, причем очень часто. То есть цикады, свежий воздух, душ на улице и пиво с рыбкой из ближайшего магазина. Кстати, когда я выдирала бурьян, я нашла вот эти вот очки. Очень интересно, чьи они были, как долго лежали в земле и вообще их история интересна. Наверное, я позвоню бывшей хозяйке и спрошу, чьи они.
Может быть, они их потеряли и скучают по ним. Я надеюсь, вы получали удовольствие, когда смотрели, как я убирала бурьян в палисаднике. Но вы понимаете, что наш участок имеет размер 12 соток. То есть то, что я убрала спереди дома, это капля в море по сравнению с теми участками, которые находятся позади дома, сбоку, ближе к воротам. И еще нужно прибраться там за воротами. В общем, Сережа сказал, что нужно ехать за триммером и прекращать вот это выдирательно-обдирательное дело. Он вообще не может смотреть на меня в двух моментах. Когда я плачу и когда я ранюсь и нахожусь в таком ободранном состоянии, особенно после сорняка. И давайте расскажу, какой же триммер Сережа выбрал. То есть он до этого все почитал, изучил вопрос. И он выбрал фирму Black & Decker и выбрал именно такой триммер, у которого двигатель идет сверху. То есть можно будет им работать после дождя, либо после росы. То есть вода этому триммеру не страшна. И у него есть две насадки для разного типа лески. Вообще, я сейчас ничего не рекламирую, рассказываю, что мы купили. И когда мы смотрели в интернете, цена была, как и сейчас написано, 1600 с копейкой лей молдавских. И оказалось, что акция закончилась, и нам пришлось его купить по полной программе, там, за 2000 лей. В общем, мы едем уже домой, пересекаем железнодорожные пути. Кстати, первый раз мы попадаем, лично я, по крайней мере, на семафор, когда проезжает поезд. Я не видела никого вблизи, снимала вам всегда его издалека. И сейчас поясню, почему мы купили именно электрический триммер, а не бензиновый. Точно из тех же соображений мы купили и бензопилу, тоже на электричестве, на проводе. То есть не на солярке и не на бензине. То есть представьте себе, допустим, вы там работаете, половина поля вспахали, и, допустим, остался маленький кусочек, который нужно добить. И у вас есть силы, есть триммер, но нету солярки или бензина. И вам придется все отложить и искать этот бензин или солярку. То есть, допустим, у нас есть нужное количество провода, удлинителей и так далее. И нам их хватает до конца огорода в любую сторону. Понятное дело, если, допустим, вы работаете не на участке у себя, где есть электричество, то тогда триммер с бензином или соляркой, конечно же, будет более правильной покупкой. Топливо для неэлектрического триммера, как и для бензопилы, постоянно нужно смешивать с маслом. Это постоянная вонь, да и опасно немножко. Видели, на триммере есть ролик, благодаря этому вы сможете спокойно им двигать, не боясь убить сам триммер об стену. Или об бордюр, или об забор, или об любой жесткий предмет. Я у Сережи отобрала новую игрушку и тестирую сам триммер. Хочу понять, какую высоту бурьяна она берет, толщину и так далее. Нужно доснять до этого столбика сетку. То есть, помните, мы одну половинку уже сняли, вот мы снимаем вторую половинку. И, скорее всего, потом мы будем ее использовать для отмостки с обратной стороны дома. То есть, она будет у нас с каркасом. В общем, эта старая ржавая сетка нам еще пригодится.
где был вход в палисадник, стояли вот такие шпалеры, и почему-то они сломались прямо в основании, непонятно почему. Видимо, их сильно вбивали, и потом они лет 60 стояли на соплях. И я говорила, что у нас кот очень умный. Он до сих пор входит на территорию палисадника, хотя он уже не огражден ни сеткой, ни столбами, никак. И он заходит там, где была дверца. То есть, очень интересный такой факт о коте. То есть, он идет и резко поворачивает там, где раньше был вход. Хотя мог бы пойти по-другому. После того, как мы расчистили от бурьяна сорняка землю спереди дома, убрали забор, убрали столбы, стало так просторно, так круто. И вы знаете, вот пропало это ощущение, что мы где-то в закутке каком-то, ушло ощущение зажатости, стало как будто больше кислорода, больше воздуха и вообще пространства. И осталось только снести этот сарайчик, это будет уже в каком-то отдельном видео. И, в принципе, эта территория нас полностью стала устраивать. Уже в следующем году мы засадим это все дело цветами, какими-то интересными кустами, возможно. Обязательно-обязательно сделаем беседку с мангалом, со столом, со стульями, скамейками. И у нас не будет уже ощущения, что мы сидим прямо на дороге. Так как у нас появилось уличное оборудование, нам нужно было найти в доме отдельную розетку, чтобы подключать, допустим, тот же самый триммер или бензопилу. Поэтому Сережа в коридоре возле печки из дозы вывел новую розетку. И теперь у нас, получается, здесь находится и магнитофон, и наш звонок, и можно будет подключать тяжелое оборудование, чтобы работать им на улице. Чуть не забыла показать, как я организовала свою летнюю одежду. У нас шкафов пока нету, до них еще далеко. В общем, я взяла свои штативы для съемок, взяла крючочки обычные металлические для кухни, перекинула через них жесткий такой металлический прут, вот тебе и нормальный держатель для одежды. Можно быстренько посмотреть, что нужно, быстренько одеть и пойти по своим делам. То есть вешалки будут оставаться, а сезонная одежда будет меняться до тех пор, пока не появится шкаф. Посмотрите, какие закрывашки от мошек я купила себе в том же магазине, где и триммер. Конечно же, желтого цвета. В общем, после работы, после того, как солнце начало потихонечку сходить на нет, мы вышли с обратной стороны дома в наш огород. И первым делом мы решили немножко почухать нашу абрикоску. Она выдала очень классный урожай абрикос, такие прямо медовые, вкусные, просто невозможно. Но ее вот эти старые ветки просто опасны для нас. Мы когда идем по огороду, смотрим вниз, а ее ветки прямо пытаются уколоть нас в глаз. Поэтому мы решили разобраться уже с этими старыми ветками сухими. И когда-то перед домом, перед кухней упало здесь дерево. Мы его распилили еще ранней весной на бревна. Ими топились, когда было холодно. Но вот ветки мы тоже никуда не унесли. И только посмотрите, какие тут заросли. Похуже, чем спереди дома. И территория огромная, то есть уже не сравнить здесь объем работы. И получается, что Сережа взял триммер, начал пилить сорняк. Я в это время уже переносила ветки в определенную зону, то есть мне нужно было расчистить землю, потому что триммер нежелательно ударять об ветки вот такие вот, да и неудобно потом будет каждый раз зачищать землю от травы сорняка. И, конечно же, мы наивные чукотские дети. Мы думали, что триммер решит все наши проблемы. Нет, он берет средний размер сорняка, крупный, как у нас вырос, он не берет. Для него это уже просто деревья. И, конечно же, нам пришлось все вручную, так же, как и я делала спереди дома, выдирать все. И только после этого, когда все более-менее начнет подрастать по новой, вот только тогда можно будет проходиться триммером. В общем, к огороду мы еще вернемся на следующий день, то есть это мы уже 3 дня работаем по поводу сорняка. Помните, я рассказывала, что у нас сработал датчик газа и отключил нам все,
оказалось, что у нас утечка, и мы вызвали нашего газовика Бульбак, и он первым делом проверил вот эту гайку. Оказывается, она была не до конца закручена и сифонила. То есть при закрытых дверях наш датчик сработал, пока мы ездили за триммером. И вот он брызгал вот этой вот штукой все это дело, и получился такой большой пузырь, который и показал, что там утечка. К этому дядечке Степану мы еще будем ходить в газконтору и прослушаем технику безопасности. В общем, сейчас он мне сказал такую вещь: главное, не проверяйте ничего спичками. И после того, как этот дядечка ушел, я решила дальше заняться нашим бурьяном. И это просто какой-то заповедник молочая. И Сережа где сапой, где руками выдрал часть. И мне пришлось до 12 ночи таскать все в одну кучу большую. Вот сейчас я ее показываю. То есть вот эту кучу я натаскала за один вечер. То есть, и это даже не половина того, что нужно собрать. И я решила сначала разобраться с тем местом, где у меня были посажены, подарены георгины. Тем более, вы просили их показать, в каком они состоянии, как они себя чувствуют, цветут уже или нет. Триммером здесь проходиться абсолютно невозможно, можно зацепить случайно мои цветы. Поэтому прохожусь руками и сапкой. Вот так выглядит нормально моя цветочная зона. Ну, это еще клумбой сложно назвать. Тем более я это все дело потом выкопаю осенью и пересажу спереди дома. Георгины у меня пока не подвязаны. Видимо, им пока это не нужно. Ни один из них не лег на землю. И только один пока выдал два бутона. И, возможно, это будет темный цвет, потому что я смотрю, что ствол у него темный, остальные, скорее всего, будут светлого цвета. И та же девушка подарила мне вот этот цветочек. Не знаю, как он называется снова, но, возможно, это будет что-то красивое, необычное и интересное на моем участке. После того, как я разобралась с цветочной зоной, я решила разобраться с зоной спереди дома у ворот, там, где у меня идет погреб, и вдоль дома. То есть, получается, я хочу очистить всю лицевую зону, которая видна со стороны улицы. И уже по старой схеме я сейчас все выдерну, что можно выдернуть руками, а дальше всю мелкую травку я выровню с помощью триммера. Скажу одно, что в принципе как бы несложно работать с этим триммером, тем более у него башка выдвигается вперед, можно удлинять ее, а можно укорачивать. Честно говоря, я бы ее укоротила еще меньше, но там уже меньше некуда, то есть я не виновата, что я маленькая. В общем, по поводу тяжести, не так уж и тяжело ее таскать, эту штуку. Главное следить, чтобы она не попадала на свой же провод.
Ну, то есть не хотелось бы перебить провод с помощью триммера. И есть такой момент. Лучше одеть, конечно, джинсы, когда работаешь с ним, потому что отлетают и куски лески, и отлетают травинки, бурьян и так далее. Но лично мне в жару одевать джинсы как-то было не по кайфу, поэтому я потом покажу, что было с моими носками. И очень важно работать в очках, на всякий случай, отлетают даже мелкие камушки от триммера. Я, конечно, в этот день психанула конкретно, то есть я старалась убрать все, пока Сережа не приедет, и хотела его порадовать результатом своей деятельности, на что я потратила типа день весь. Так вот, прикол в том, что сам триммер вибрирует, и если с ним много работать, потом руки как будто бьются током, я не знаю, как будто ты их не чувствуешь, как будто в них мурашки бегают, и это ощущение очень долго не проходит. И еще по поводу триммера. Мне бы хотелось сделать какой-то ремень, чтобы разгрузить спину и руки. То есть, допустим, триммер с соляркой, он сделан как-то хитро, то есть там идет система перевеса. Спереди башка, с обратной стороны за спиной идет как бы палка, и она удерживает бак с соляркой. То есть намного легче с теми триммерами работать. Ну, по крайней мере, я видела у своей соседки, вот мне кажется, что ей намного легче работать, чем мне. И вот так выглядят мои носки после дня работы с триммером. Это все, конечно, неприятно. Нужно будет носки все зачистить и только после этого кидать в стирку. И еще получилось так, что триммер потянул за вьюнок и порубил мне горький перец. Но Сереж сказал, ничего страшного, у нас еще осталось два куста. И сейчас вы будете смотреть финальные какие-то кадры. Я хочу сказать, что это еще не все. Вот на огороде нужно еще один день поработать. Возможно, я уже без камеры все это сделаю, потрачу еще часть своей жизни. Более того, нужно будет цветущий редис выдрать и выбросить уже. И у нас уже испортился салат где-то на ближайших грядках с редисом. Буду тоже его вынимать из земли. И что самое интересное, даже здесь, в зоне туалета, да, это промзона у нас пока. И здесь тоже было невозможно ходить, я тоже все зачистила уже. И вот так возле ворот все это дело выглядит. Мне кажется, что стало намного круче. Осталось только граблями собрать мелкую нарубленную зеленушку. И будет вообще красота. Сбоку дома и верхушку погреба я тоже все зачистила. Сначала руками, потом вот этим вот триммером. И вы можете задать, конечно, вопрос, чего ты так все это запустила? А запустила, потому что мы не жили здесь. Мы переехали буквально месяц тому назад. И, что интересно, вообще все-все-все вымахало, буквально пока шли дожди, за 2 недели. Как раз мы собирались в это время, живя в Кишиневе. И вдоль дороги в сторону нашего огорода я тоже все зачистила, сначала руками, потом триммером. И соседи немного ругались по поводу выброшенного бурьяна на дорогу. Я до сих пор его не убрала, сказала, когда высохнет, тогда уберу. До сих пор не убрала, мне стыдно. Ну и теперь видно у нас на огороде, что у нас растет. Помидорки уже начинают потихонечку созревать. Скоро будем кушать свои личные помидоры. Здесь сортов огромное количество. Надеюсь, мы больше никогда не запустим наш огород до такого состояния. И если у вас есть триммер дома, напишите о нем впечатления, какие-то плюсы, какие-то минусы электрического и того, который на солярке. И я надеюсь, это видео вам понравилось. Вы не забыли влепить пальчик вверх и подписаться на этот канал. И я надеюсь, что этот сериал вам нравится. И это видео было не слишком для вас длинным. И я надеюсь, вы получили удовольствие, глядя на то, как работают другие. Напишите мне о своих способах борьбы с сорняками. Как вы справляетесь, чтобы между рядами было чистенько и не было никакого бурьяна. И вообще, я надеюсь, этот сериал наш про домик в деревне вам понравился. С вами, как всегда, была я, Аленчик, мой муж Сергей и наш кот Бонифаци. Увидимся в следующем видео. До новых встреч и пока!